Значит, ошибку тоже хочу сказать, что у меня такой опыт был, что я приняла эту ошибку, я его прям полюбила, эту ошибку, что ошибаться можно. Ошибка охеренная вещь, это ошибка, когда ты ошибаешься, ты таким способом продвигаешься. Только ошибившись, ты можешь научиться. Вот это, когда я показывала, у меня были практиканки, когда я их учила стричь, я такая говорю, так, что-то веду, я прям показываю, она не может, она все боится начать, да, я говорю, спрашиваю я, а чего ты боишься, говорю, ну, я боюсь ошибиться, но она, по идее, меня зеркалила, да, и в этот момент я до себя сама, я ей объясняю, ей до нее, до себя донесла, так как я офигела, мне прям так шлепнуло мне, да, блядь, так ошибаться. Вот я говорю, Альбина, говорю, смотри, ты постригёшь один раз, ты чувствуешь, что тут что-то не так, ты ошиблась. Ты же можешь это исправить и другой раз постричь. Чего ты боишься? Ну, типа, боюсь ошибиться. А ведь ошибка, говорю, тебе дает движение. Ты только так можешь продвинуться вперед. Без ошибки ты ничего не сможешь сделать. Ребенок что делает, когда он учится? Он ведь, блядь, не встает сразу, не идет. Он же первый ошибается. Он первый идет, ошибается, он падает. Первый идет, допустим, куда-то лезет, что-то больно ему становится. Или, допустим, огонь. Он попробовал горячего, он обжегся, ему больно стало. Он ошибся, он смог. Теперь он опыт прожил, он дальше не поедет туда, он поедет другим путем. И таким способом ошибка – это охуенная вещь, когда ты можешь ошибаться, таким способом ты можешь эволюционировать, расти, проживать свой опыт. Только через свои ошибки ты можешь это прожить. А без ошибки ты это не будешь, ты будешь без ошибки, блядь, ну, овощем будешь, потому что ну, ты этот опыт не проживешь, ты не ошибешься. Блин, вот когда этот момент я осознала, мне прям так хорошо стало, мне так здорово стало. Я поняла, что ошибаться нужно, и вообще полезная вещь – это ошибка. Вот.